На работе сильно отекают ноги до боли, посоветуйте, что делать. Возьмите ключик от, возьмите железячку, колечко от ключей металлическое, любое колечко металлическое, оденьте на левый палец, или на правый, или на мизинец левой ноги, или на мизинец правой ноги. И пройдет. Бедная ты, Ирена. Завтра занятий не будет. Ну что ж, мои золотые, тогда до встречи в понедельник. Завтра мы отдыхаем. Что хотите, делайте. Конечно, я не запрещаю ни выпивать алкоголь, ни там чем-то заниматься. Пожалуйста, пусть у вас все получается. Как хотите, живите нормальной жизнью. А нам всем хорошего отдыха и до понедельника. Я всех жду в понедельник. У нас впереди еще 6 прекрасных дней занятий, поэтому мы все успеваем и все успеем и сделать, и провести мастер-класс, и отрезать, и все у нас получится, не переживайте. Поэтому до свидания.